Чтобы реализовать европейскую мечту, нужно прежде всего работать. Сьогодні в Україні єдиним легітимним органом влади є Верховна Рада України. Председателем исполнительного комитета ми предлагаем избрать Чалова Алексея Михайловича. Кто за, прошу голосовать. Я вынужден был покинуть Украину под угрозой своей жизни и жизни своих близких. Високої трибуни заявляю, я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Ситуація складна, але просимо всіх соблюдати спокійствие. Вона на контролі знаходиться. Угрози для життя громадян немає і безпечності. Наші військовослужбовці, вони діяли дуже коректно, але, як я вже сказав, рішительно і професіонально. Я, как председатель Совета Министров Автономной Республики Крым, принимаю решение о временном переподчинении соединений и частей силовых структур непосредственно мне. Всем командирам выполнять только мои приказы и распоряжения. Несогласных прошу оставить службу. Розпущено. Таке рішення сьогодні ухвалила Верховна Рада України. Депутати розуміють, що їхні колеги в парламенті автономії можуть не послухати. Последних минут депутаты Крымского Верховного Совета провозгласили независимость автономии и просят включить Крым в состав России на правах субъекта со статусом республики. За это на прошедшем референдуме высказались. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам. В порт постоянной приписки. В Россию.